Добрый вечер. Спасибо. Друзья, в лице Стаса Намина и группы «Цветы» хочу поблагодарить всех артистов, которые приехали на фестиваль «Авторадио дискотека 80-х». Также большая благодарность Олимпийскому, всем сотрудникам, людям, которые нас охраняют, всем людям, которые сделали этот фестиваль, который работает на «Авторадио» во всей нашей блестящей корпорации. Друзья, как обычно, у нас с вами есть задача. Мы снимаем новогоднюю программу на Первом канале, поэтому у меня просьба, давайте поздравим страну с Новым годом, примем участие в этой программе. И на счет три, я скажу раз, два, и на три вы скажете «С Новым годом». Давайте сделаем это, да? Да! Давайте. Итак, раз, два, с Новым годом! Блеск! Отлично! Привет, Ростов! Еще одна наша игра, с которой мы с вами уже начинали этот фестиваль, со второго раза. Кто из вас был на первом фестивале в 2002 году? Вот скажите, кто из вас был на первой дискотеке «Авторадио»? Ну так прилично, а кто был на прошлогодней? Нет, руки поднимите. Самый главный вопрос от вас сейчас зависит будущее. Кто будет на фестивале «Авторадио» дискотека 80-х 2018? Свидетель Стас Намин, дискотеки «Быть». Друзья мои, теперь лично, здесь есть кто-то из Черемушкинского района? Привет землякам! Все, что мы делаем, делаем для вас, для того, чтобы вам было хорошо, потому что от этого заряжаются наши сердца. Мне лично от этого очень хорошо. Все, что делает «Авторадио», мы делаем для своих слушателей, для тех, кто приходит сюда в Олимпийский каждый год. Друзья мои, делаем мы это честно, как вы видите, и до конца. И мы вам желаем счастья вместе с группой «Цветы». Ура!